Под военные марши и аплодисменты призывники строем входят в зал спортивного комплекса «Сокол». Будущих защитников Отечества встречали родители, представители администрации района, военкомата, религиозных организаций, ветераны боевых действий. В своем обращении исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлуахметов отметил, что армия – это школа жизни, и каждый должен пройти ее достойно. Ахат Евдатович тепло поблагодарил родителей за воспитание детей, а призывникам пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и настоящей мужской выдержки. В адрес новобранцев прозвучало много напутственных слов и пожеланий, а главное, чтобы, выполнив воинский долг, возмужавшими и окрепшими, они вернулись домой. Свои выступления для виновников торжества подарили творческие коллективы и сольные исполнители Куиргазинского района. По завершении официальной части праздника призывники показали быстроту, силу и ловкость в спортивных состязаниях.